27 декабря 1828 года. Закончен пост 40-дневный, великий праздник Рождества Христа младенца чистой девы вступил в законные права. Гуляет ныне вся Москва, и в песне калик богомольный, и в перекличке колокольной на улицах первопрестольной мотив святого торжества. Столица древней хлебосольной от века святки веселы, широкой радостью раздольной прославились ее балы. И в доме Йогеля на Бронной из окон плещет свет свечи. Берез заснеженные кроны искрятся в радуге лучей, за окнами мелькают пары, в изящном танце юность там свои пленительные чары являет строгим москвичам. Поэту вспоминать отрадно, как мальчиком был здесь влюблен, чуть задержался он в парадном, былой мечтой заворожен. Где ныне Сонечка Сушкова? В Москве ее простыл и след, подруга возраста золотого, в замужестве уж 10 лет. Порой легко, порой серьезно, он многих дам любил потом. Цвет и ясноглазым русским розам цветы любви писал в альбом. Совсем недавно в чувстве нежном поэт Оленин и Омет в стихах признался. Безуспешно. Ее семья сказала «нет». Теперь он пережил страдания, и чувство теплится едва, и новое любви желание рождает старая Москва.